Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем выживать в Майнкрафте. Пока вас не было, смотри, сколько я построил всего. Здесь, типа, огоньки выпендрёжные, двери. Я немножко просчитался с параметрами дома, и получилось, что здесь 3 кубика. Если ставить 3 двери, то они не функционируют адекватно. А если сдвигать сюда вход... Ну, мы еще над этим подумаем. Получается вот так только. Так, кровать, 2 печи поставил. Окна сделал. Не прям кубиками, а половинчатая фигня. Здесь у нас кирпич все производится. Отлично. Вот так вот добавим тебе чуть-чуть. Вот так вот. И все. Так. Лестницу сделал, тут тоже немножко пришлось повозиться с ней, чтобы и вот этот вот край оставить. Это будет немножко... Видишь, там выемка небольшая, издалека это более красиво смотрится. Вот. Что делаем сегодня? Продолжаем строить дом. Так, что у нас есть? Так, из-за этого... А, железные поставил, только они почему-то не ставятся, не знаю почему. Точнее, ставятся, но они не функционируют, не открываются. Ой, мало кирпича, мало. Зато этих много плит. Угу. А нафига мне столько много, если у меня пол уже готов? Неужели я просчитался с этим? Так, ну все, остатки сюда запихиваем. Это мне давай. Тоже сюда давай. Пойдем произведем камень и построим. Это оставь. Вот так чуть-чуть тебе дадим. Это мы заберем. Это что? Уголь. Я, по-моему... Где? Вот начиная вот от этого края, да? И где? Блин, я голоден, не могу бегать. И заканчиваю вон там. Там где-то между гор протекает до такой степени, что превращается уже в ручеек. И вот на этой вот всей территории я выкопал всю глину. А вот здесь, интересно, есть что? Деревьев много посадил. А, есть. Ладно, если что, будем в ту сторону плыть. Блин, у меня и картошка. Где моя картошка? А, у меня тут сундук есть. Потайной. Где он? Вот. Вот так вот возьмем. Пожуем. Ну, хоть бегать начал. Да хватит рычать, я только... Стоп. А нафига я ушел куда-то? Блин. У меня что-то... О, маячок поставил. Там просто уголь еще есть. Можно покопать, если что. Пещера у меня была, ну, в которой мы ходили. Я там тоже уже много прошел, покопал. И железо накопал. И... Кого? И этих белых штук тоже накопал. Как это надо? Вот так вот 4 делается, да? Ага. Хоба. И вот так, хоба. Смотри, как раз 64 получается, да? Но это мало. Очень мало. Надо больше. Надо с таких штук. 3, наверное, 4. Так, сколько здесь получится? Фигня. Очень мало. Ладно. Меняем тебя на тебя. Все. Стой. Это мы ставим сюда. Это вот сюда. Дверь закроем, потому что сейчас наступит темень. А, вот это окно надо снести нафиг. Оно тут вообще не в тему. Да, вот так вот. Ну что, давай строить. Ай, не долез. Так, стоп. Там у меня есть окно? Тут есть окно. Ну все. Опа, блин, думал, что за херня вылезла. Так, вот так.
Вот так там, да? Ну, как-то так. А, нафиг. Будет у нас вот здесь одно большое окно. Да? Сколько я здесь сделал? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А здесь сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, чем тебе не окно? Как раз нормальное окно и получается. Ай, надо еще выше делать, ё-моё. Ой, не упади. Да, не упади. Как же сложно. Сложно, очень сложно. А, все, что ли, закончились? Вот так, что ли, будет? Ну, допустим. Тогда и здесь такое же делаем. Раз, два, три, четыре, да, вот так? Блин. Раз, два, три, четыре. Да, отлично. Хоба, хоба. И вот сюда. Так. Может, и здесь такую же четверную сделать? Нафига она еще нам? Так, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Подожди. Один. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Вот здесь. Раз, два, три, четыре. Тогда подожди. Один, два, три, четыре. Ну, примерно так оно и будет. А, здесь тупо получается. Очень тупо. Потому что как раз около входа. Да, пофиг. Ну и все, и так будем теперь отстраивать. Чем не красота? Даже на полдома не хватило, прикинь. Я упал. Так. Ну и что тут? Вот, вот так, так. Блин, у меня там еще вот, вот есть снизу немного глины. Но ее тоже не хватит на все это. А может, в принципе, не хватить? Не упади. Да вряд ли мне этого всего хватит. Придется еще глину копать. Кирпичи добывать. Но это уже ближе к вечеру, так сказать. Потом это сделаем. О, ну и все. Печально. Очень печально. Блин, а что же делать? Может, третий этаж из чего-то другого сделать? Как вариант. А вот только из чего? Это вот надо будет нам выяснить еще. Стоп, подожди. Куда ты запихнул? А там мне осталось что? Или это я с собой все таскаю? Нет, как раз таки еще три есть. Отлично. Блин, он все с собой утащил. Печально то, что он скипывает то, что у меня осталось. Ну вот. Так вот как-то. Но все равно этого мало. 20. У нас было сколько? Сотка, и мы все всадили. Так. Блин. Хоть третью печь заводи. Чем тебе не красота? Ну, все красивенько, чётенько, кирпично. Можно будет по приколу еще дымоход устроить. Ради прикола. Слушай, сейчас мне пришла такая идея, посмотрел на эти крыши, точнее вот на этот домик. Я тоже хочу себе такую штуку сделать.
Да. Вот видишь, у него как бы углы срезаны там, да? Нет? Вот этот вот угол срезан у него. А мы сделаем поверх своего. Блин, поверх это будет тупо выглядеть. Наверное, тоже придется делать, как и он сделал. Вырезать. Блин, слушай, давай поспим. Сделаем кирку. Так, у меня есть эти бревна? Блин, я все переработал на угли. А, нет, есть, смотри. Так, это оставь. Это скинь. Так, мне теперь нужны палки и камень. Палки и камень, да. Где палки? Кстати, если я дверь не закрываю, ко мне приходят всякие монстры. Тут крипер у меня был. В один момент у меня даже взорвал часть дома вот здесь где-то. Я просто вышел такой, вот так херак, и он тут такой, здравствуйте. И разнес мне тут полквартиры. Вообще херел. А вот после пещеры я что-то вернулся, уже, по-моему, утром или под утро. Захожу, здесь крипер, ой, рипер, вот этот зеленый огурец. А здесь лучник стоял. И нахерачил мне прям в башку. Но я уже, я, короче, умер. Сразу воскресился здесь. Нахерачил ему, и у него выпал лук. Жуткое зрелище было. Так, ну сколько? Давай 3 сделаем. Да? Поспим. Вот видишь, есть рядом монстры. Ну, как бы меня никак не касается, да? Но при этом я не могу спать. Как же это тупо. Очень тупо. Слышь? Ш-ш-ш. Свали отсюда. О, почему они тут респавнятся у меня постоянно? Может, из-за этих жителей дурацких? Кстати, при мне убили этого. О, идет мой клиент. Самый глазастый и голодный. При мне убили охранника местного. Кто он там? Голем или Голиаф? Кто? Хотя это одно и то же почти. Скотина. Вот и что мне делать теперь всю ночь? М? Так, бревна я взял. Отлично. Ну, ладно, вот сюда поставим. Вот так вот. Блин. Тупо. Тупо-тупо. Так, ну давай начнем ломать. Блин. А-а-а, я даже сейчас не то ломаю абсолютно. Абсолютно. Это надо снаружи делать все адекватно. Почему я его не попадаю по нему? Пошел нахер. Пошел. Давай, давай, нападай один на один. Я ж тебя запинаю. Блин, слышу, как этот костяной ходит здесь рядом. Сука, еще один лезет. Ты посмотри, два лезет. Ну че нафиг, отвалите. Свалили оба. Кышнули. А чего такие приставучие, такие живучие? Они очень живучие все. Кстати, я в пещере, по-моему, двоих огурцов завалил в рукопашку. Питарасина. Двоих огурцов завалил. То есть их можно убить еще до взрыва. До того момента, как они взрываются. Это прикольно, я даже не ожидал такого. Да хватит меня лупить. Уроды. Трет-трет. Скажи, это мясо тупорылое. Так, ну как-то вот так пусть будет. Теперь-то я могу поспать или мне так же не дадут? Ты вроде... Вроде строишь эту херню всякую. Блин, сейчас паук ко мне сверху заберется. Он же по этим, по поверхностям лазит всяким. Вроде и стену построил. Хе-хе-хе. Почему они
появляются прямо у меня на территории. Я недоволен. О, сука, он меня заметил. Капец мне. А, все, хорошо, что он в дверь ломится. Ладно, я тут в один пока подожду, пока утро наступит. И продолжим уже обстраиваться с утра. Так, я там проскочил, пока еще только светало. И у меня что-то не получается немножко. О, чудик. Кстати, ему, по-моему, нельзя в глаза смотреть или бесить его. Блин. Или я его ударил, поэтому он взбесился. Короче, я что-то с ним сделал. Так, как это поставить? Вот видишь, он как-то неадекватно строится. А, я понял, как он строится. Он ставит на ту поверхность, которую я определяю. Если отталкиваюсь от этого угла, то он будет учитывать ее как платформу. И будет расти в эту сторону. А если я поставлю в эту сторону, то будет расти вверх. Да, глянь-ка. Гениально, ё-моё. Ну и как? Ну, вроде смотрится. Да. Ой. Даже неплохо смотрится, я скажу. Отлично. Скелет, сука, за забором. Может построить второй забор уже какой-то, я не знаю. Почему они ко мне пристают? Блин, постройся. Вот скотина. Гореть тебе в аду. Давай, давай, быстрее гори. Придурочный. Хе-хе. Я тебе сейчас лишу всех теней. Отвали костяной. Блин, меня сейчас убьет. Почему он не горит? Ха-ха-ха. Доигрался? Да построй ты песок. Оп. Вот так вот, отлично. Та-та-та-та-та-тен. Так. Кто шипит? Паук. Здрасте, однако. Опа. Песок. Ну, что с тобой? Отлично. Такое ощущение, как будто уже опять темнеет. Вроде ничего не сделал, а уже темнеет. Блин, почему пауки не горят? И почему они появляются на моей территории? Все. У меня больше вопросов нет. Пока что. Так, достану я отсюда. Блин. Ладно, с земли это сделаем. А не, как я это сделаю с земли? Угу. Скотина. Ну и все. Это ломаем, песок возвращаем. Может, скользь закопать? А, она же ее вытеснит. Смотри, видишь, ее вытесняет все время. Да, свали ты. Это тоже тупо. А как это? Серьезно, как это? Почему у меня меньше, чем я взял? Не должно же быть так. А, вот он, кубик еще один. Разлетается кто куда. Та-та-так. Что меня сейчас стрельнуло таким со звуком? Тю. Ну смотри, вроде ж... Что это такое? Что там? Ты видишь вот здесь, что это такое?
Может, это паук такой? Нет. А что это? Фига себе. Чудовище. Может, это что-то от меня отвалилось когда-то? А, это мышь летучая. Тьфу ты, блин. Так. Сейчас я сделаю, наверное, себе... А грот у меня, наверное, будет в этом квадратике, да? Там у меня будет что? Ничего. Так. Это так. Как себя оградить? А, вот, начиная вот отсюда, мы не доделали, да? Пойдем вот сюда. Вот так вот. Да, поэтому ты нам не нужен здесь. Вот так. Все. Ну, пойдем за кирпичами, точнее, камнями. Лишь бы сейчас не наступила опять ночь. Так. Что нам нужно, что не нужно. Вот это я пока что кину. Вот это вот, то, что касается дома. Это нам может не пригодиться. Так, угли скину. Кирпичи вот эти. Глину закинем, как раз там уже все сгорело. Или место забилось. Нет, сгорело. А, и уголь закончился. Красота. Так, ну-ка поделись углем. Должно вроде хватить их. Да, дай сюда. Я их столько выжигал, чтоб ты просто так их выкинул. 20, а, и 60, отлично. А, глину там я не закинул. Капец, путаешься в этих действиях дурацких. Так, похаваем чуть-чуть. Стоп, а у меня больше нет этих штук? Заборных, ага, да. Я все потратил, отлично. Сколько их нужно? Ну, давай по максималке возьмем, что там? Это вообще мусор. Только не бери его. Блин, чего так быстро день проходит? Ничего не успеваешь сделать, уже ночь. Угу. Так. Кирпич. Булыжник, ограда. Немножко неприкольно то, что ты как сколько положил, столько и забрал. Это немножко неудобно. Давай ты резче тыкайся. Еще они так как-то разговаривают? Куда? Что-то мычат непонятно. Чё хотят? Непонятно. Так, ну давай пока вот так вот оставим. Или они так между собой разговаривают, или что с ними? Я хочу сделать еще поднять один уровень, да, на один кубик. И сделать второй ряд. Только нафига второй мне ряд? Неизвестно. Стоп, сколько у меня здесь расстояния? Угу. А если я поставлю два, например... Вот по приколу. Вот смотри, где-нибудь вот, ладно, здесь. А, отлично. А второй? Так, это неплохо. У меня будет уже какая-то защита. Так и сделали, наверное, вокруг дома. Вот видишь, уже ночь опять. Какого хрена? О, нет, все. Давай лучше сейчас ляжем спать. Чтобы не ждать монстров, чтобы они появились около моего дома. Нафиг надо. Сразу поспал и все. И с утра уже пошел работать. Ты-ты-ры-ты-тек. А, у тебя прям по эту идет. Ну давай на одну клетку увеличимся, фиг с ним.
Вот так вот, да? Блин. Дайте земли, ребят, чуть-чуть. Кстати, я тут уже немножко тоже покосил, когда еще деревянный забор строил. Ой, земляной. Блин, три. Нафига мне три? Вот вообще лишняя деталь. Почему я здесь не скосил? Ой, нерациональность. Мое второе имя. Да какого хрена ты сюда это ставишь? Кривые, блин, блоки. Еще он не ставит, если я даже миллиметражем заступаю на этот кубик. Он уже ничего не хочет делать. Бесит реально. Так, ну пока смотрится неплохо, да? Но это лишь пока. Жаль, что в них нельзя вырезать окошко, например. Было бы забавно. Вот так вот. Так, здесь я планировал где-то вот отсюда, да, идти? Угу. Ну все, сносим вот этот вот забор. И все. Так, потом что будем делать? Огород, да? Возможно, даже... Да, я так и сделаю. Я использую золотую тяпку. У меня же там тяпка золотая есть. Это, наверное, то, что нам как раз-таки нужно. О, смотри, какая дрень. Как раз заделаем. Вот так вот красоту наведем. Получается? Получается, куда ты тянешься. Все, как раз все втопил. Ну и тебе вот сюда. Елочку посадить вот здесь, пусть растет. Дальше стройку начинаем, продолжаем точнее. Эй, далеко ушел я. Только я пока еще не знаю, где мне останавливаться. Перед водой тупо будет. Потому что я обычно через воду ухожу. Угу. Интересно. Ну так, пока я ставлю. Так, а это как мне округлить? А, вот смотри. Вот прямо до сюда я и буду округлять. Ты задрал меня, а? Где у них тут проход? Так, вот еще здесь. Так, так, так. Почему ты не захотел сломать его здесь? О, как раз тебе дом укреплю. Блин, бесишь. Вроде изначально ты целишься в одно место, он потом бац, вперед в самый последний момент, ставит куда-то в левую часть. Ну что, сузим до двух. На две, точнее. Вот так, да? Отлично будет. Скотина. Бесячая. Вот так. Вроде оградились. Да? Немножко. Только толку от этого всего. Ну, в принципе, что делать-то? Давайте закончим. Я пока построю забор. Доставлю. Достану еще чего-то. Камней там. Точнее, не камней, а глины. Нам же нужно много кирпичей. Слушай, а если я нападу на рабочего, что мне будет? Меня выгонят?
Или нет? Ладно. Все. Всем до встречи, всем пока.